Хосейн, Кавали, Сутлу-Сумук-Ойну и еще во многих других национальных играх состязались участники фестиваля спартакиады национальных видов спорта, традиционных игр и забав представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. Участники и болельщики соревнований окунулись во многокультурную атмосферу торжества уже в третий раз. Первой площадкой проведения игр в 2014 году стал молодежный лагерь «Волга». Годом позже местом локации был выбран культурно-спортивный комплекс «КАИ Олимп». А в этом году гостей праздника принимала деревня Универсиады. По словам организаторов, место проведения игр будет с каждым годом меняться для расширения локального обхвата мероприятия. О представленных видах спорта, цели и идеи проведения фестиваля спартакиады поведал председатель Молодежной ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров. Сегодня мы проводим спартакиаду по национальным видам спорта и народным забавам. В данном мероприятии у нас принимают представители более 30 национальностей. И спартакиада заключается в том, что здесь ребята могут попробовать себя в различных национальных видах спорта. В неолимпийском виде спорта – городки. Также у нас сегодня проходила национальная татарская борьба «Кураш», где принимали участие как и парни, так и девушки. И в общем командном зачете таким образом команда, набравшая наибольшее количество баллов, соответственно, становится победителем спартакиады. Также в рамках спартакиады мы проводили турнир по футболу среди иностранных студентов, а также проводили турнир по крикету, который становится уже ежегодным, где принимают участие студенты из Индии, Афганистана, из Шри-Ланки. Для этого мы предоставляем все условия для участников, и тем самым мы хотим, чтобы молодежь больше участвовала в подобных мероприятиях, не забывала про свои национальные виды спорта, про свои народные забавы. Особенность нашей организации заключается в том, что мы объединяем представителей разных национальностей, молодежь разных национальностей. У каждой свои темпераменты, у каждой свои потребности. Когда работаешь представителем разных национальностей, необходимо, конечно, знать те или иные особенности разных национальностей. И тем самым работать... Бывает без знаний, без определенных знаний, работать, конечно, будет сложно. Но когда уже в этом направлении работаешь не первый год, это очень интересно. И все больше и больше молодежи подтягиваются к нашему направлению. Одними из увлекательных и необычных забав спартакиады стали калмыцкое метание аркана, являющееся ключевым навыком для кочевников, и афганское хосейн. Последнее же напоминает русскую игру «Петушки». Парни и девушки стреляли из лука, играли в городки и перетягивали канат. Кроме этого, демонстрировали свое мастерство еще во многих играх. В национальной забаве по тасканию воды парни оказались даже лучше и аккуратнее девушек. О спартакиаде рассказали сами участники спортивного праздника. Фестиваль спартакиада по межнациональной, по всей республике, по народным играм и по состязаниям олимпийским. Вот, на площадке деревни Универсиады сейчас собираются все иностранные студенты, и мы будем вместе проводить эту спартакиаду, где примут участие со всех стран. О насыщенности игр и об уровне подготовки команд высказался председатель молодежного крыла турков-месхетинцев Равшан Турманидзе. С каждым годом все больше и больше прибавляются виды игр и народных забав. И команды стали относиться более серьезнее начали. Если же в первых спартакиадах там было такое, что провели и все. А в этот раз у них уже идет спортивный интерес. И вот взять, к примеру, футбольные баталии, там даже можно сравнить на уровне даже чемпионата Республики Татарстан, что команды уже видно, что не просто пришли с улицы, а уже подготовленные. И даже я слышал, что некоторые команды перед спартакиадой проводили свои тренировочные работы. Именно команда, у них есть даже тренер, и поставлена игра, тактика, техника, и все у них отлажено. Богатырскую мощь участники соревнований проявляли и в национальной борьбе «Кураш». Причем в этом виде спорта свою силу показали и девушки. Организаторы же позаботились, чтобы все прошло без травм и неприятных случаев. Своеобразную забаву представила калмыцкая диаспора. Они предлагали решить национальную головоломку, о которой подробнее расскажет их представительница Цагана. Национальная игра, которую мы представляем на данном мероприятии, является «Наринчиндже». «Наринчиндже» дословно переводится как «чистое сознание». Смысл игры в том, что данная игра представляет собой планку деревянную с 12 кольцами роговыми. В данном случае у нас их 7, потому что она является более упрощенной версией, но 7 колец не упрощают
сам смысл игры. Смысл игры заключается в том, что нужно постепенно снять 7 роговых колец и достать деревянную планку, как показал молодой человек. Эта игра, как считается по истории, была создана для детей, чтобы позабавить их и развить в них, получается, чтобы они могли мыслить глубоко и с другой стороны и время занять. Так как калмыки являются кочевым народом, и забавами являлись как и народные игры Альчики, так и Нарин-Чиндже. Формат праздника предполагает и спортивные игры, и дружеское общение, и танцы под солнцем, и, конечно же, награждение. Победителей и участников соревнований поздравляли почетные гости мероприятия. Председатель Молодежной ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров вручил медали команде «Демос» из Греции за 3-е место в многоборье. На 2-м месте сборная Таджикистана наградил команду мэр деревни Универсиады Ильнур Рахимов. Первое же место заслуженно заняла команда Узбекистана. Кубок победителям по многоборью вручал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член исполкома Олимпийского комитета Марат Бариев. Он также наградил кубком команду победителя по футболу. Им стали ребята из Союза арабских студентов. Участник команды Езид Али поделился впечатлениями после одержанной победы. Так-то 2 года назад выиграли кубок тоже, когда играли «Волга». И благодаря ребят и игрокам, и организаторам. Встречаюсь с хорошими командами Азербайджан, Туркменистан, Дагестан, Чечня. Очень сильные команды. И хотелось бы поблагодарить организаторам, и суд, и всех участников, и всех, кто поддерживает спортивную жизнь. Спасибо всем. Новые навыки, заряд позитивных эмоций, яркий дебют команд, зажигательные выступления в национальных костюмах, чувство общности и единства – вот что получили участники и победители фестиваля «Спартакиады» в награду. Такой итог действительно вдохновляет. Гульшат Мингазизова, спортивно-музыкальный телеканал «Гонг ТВ».